Ну что ж, друзья, всем доброго вечера. Буду говорить погромче, потому что нахожусь в многолюдном месте. Уважаемые друзья, здравствуйте, добрый вечер. И сегодня, находясь в многолюдном месте нашей столицы, в городе Москва, я вещаю, чтобы можно было поприветствовать нашу Светлану, как всегда, в четверг в 22 часа. И сегодня те, кто у нас присоединяются, друзья, с нами Светлана Лаврова, практик автономных, таких, скажем, длительных заходов. Светлана уже более 6 месяцев находится без еды. И, конечно же, это очень интересно, когда, зная человека, мы получаем такой опыт. И сейчас я лично зашла на марафон Светлане. Сегодня у нас второй день, можно сказать, первый, потому что вчера был нулевой день. И я в восторге от того, что я получила очень много интересных знаний, вещей, которые действительно я не знала, пока сама автономила, пока сама практиковала, боялась. И без поддержки, а сейчас я нахожусь в команде более чем 10 человек, и очень интересно происходят наши встречи, наше совместное общение, обмен опытом, и вот мы вот уже второй день как зашли на автономный, скажем, режим, и кто-то еще сегодня был на коктейлях, кто-то вчера уже зашел на сухих, я сегодня еще на соках, и вот с этого момента, когда у нас начался эфир, я уже точно зашла на сухие дни, и думаю, что скоро буду с вами делиться. Ну и я, конечно, приветствую всех, кто уже в автономном режиме, в автономных практиках, и передаю слово Светлане, потому что боюсь, что у меня все громче и громче, где я нахожусь.